Зажгли огонь знаний. В Саратове на стадионе «Локомотив» прошел ежегодный осенний праздник – посвящение в студенты. Для гостей и участников была подготовлена красочная программа. В отличие от футбольных матчей, на трибунах не было свободных мест. Торжественный парад студентов посмотрела Екатерина Ковальчук. Выпускники института получают дипломы ведущего экономического вуза страны, знаменитые «Плехановки». В торжественном марше по стадиону участвуют лучшие студенты из высших и среднеспециальных учебных заведений Саратова. У каждого вуза своя визитная карточка. Во главе колонны кулинарного колледжа студентка с караваем в руках. А вот ребята из медицинского университета устроили на трибуне настоящий флешмоб. Для первокурсников этот праздник стал самым запоминающимся в новой студенческой жизни. Это очень яркое мероприятие, которое запоминается на всю жизнь. Ты тут танцуешь, веселишься, знакомишься с новыми людьми. Не только со своего вуза, но и с других вузов нашего города, с другими людьми с области. Поэтому непередаваемое ощущение, которое невозможно пережить заново. Таким массовым посвящением студенты не может похвастаться ни один регион России. В праздничном мероприятии приняли участие более 10 тысяч ребят из 11 высших и 18 среднеспециальных учебных заведений региона. По словам губернатора, выпускники саратовских вузов составляют научную элиту страны. Вы сделали абсолютно правильный выбор, став на путь познания и усердия. А именно, два этих понятия лежат в основе высокого звания студент. Выпускники саратовских вузов разрабатывают уникальные методы лечения, проектируют мосты, газы и нефтепроводы, создают новые сорта сельскохозяйственных культур и агротехнологии. Они прославляют российскую культуру, становятся успешными политиками, продвигают государственные реформы по всей стране. Кульминацией праздника стало зажжение огня знаний. Его частичку по стадиону пронесли еще молодые, но уже титулованные студенты. В их числе министры молодежного правительства области. Всего в этом году первокурсниками саратовских вузов стали 25 тысяч ребят из 78 регионов России и более 60 стран мира. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.